Довольно вялые штуки, скажу тебе. То есть я понимаю, что ты нашел тут какие-то рифмы. Вот это все белое, я имею в виду, что вот это белая как бы половина, это хорошо, тут вроде как треть, ну или скорее всего 1,618 вот это к этому. Но само это пятнышко, оно в этой точке не очень-то живет. Короче, вот давай сейчас тебе это все буду отмечать. Это вопрос... Блин, сейчас, секундочку. Да, вот это вопрос, а вот это вот что? И... Ну хорошо. Может быть, эта штука, она как бы... Для чего она такая слипшаяся? Ты ее клонируешь везде. Короче, вопрос к этому белому полю. То же самое. То же самое. Нет. Величественный крест. Угол, не как бы угол. 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 Шевели угол. Вот эта штука неточная. Зачем так склеил? Мог бы сделать веселей. Не хочешь? Мог бы сделать чуточку веселее, чтобы он был пространственным. Чтобы он был пространственный. Просто подвигай их. Подвигай. Сделал какую-то штуку. Красивая штука. Давай теперь посмотреть, а как ее сделать активней? Вот она тут не сидит, да? Это сейчас мы каракули мы берем. Не сидит. Ну, давай ее, просто ее надо чуточку подвигать. Ой, наоборот. Вот смотри. Вот. Она, ей нужно быть вот так вот. Вот эта штука, она уходит. И она же должна держать этот формат, она не держит. Не потому что она должна заполнять его, понимаешь? Она вот вокруг этих пятен есть белое. Белое, ну, как бы, ой, извини, оно, как бы, должно черному подчиниться. Получается так, что оно давлеет. И это, как бы, ну, вопрос исключительно вот этих вот поворотов. Ой, сейчас, тормозит просто немножко тут все. Эй, камон. Камон. Да. Ну вот. То есть вот, да, или вот. Или вот. А вот эта штука, где она? А может быть ее и не цеплять. Может быть ее и не цеплять. Это я уже для тебя тут начинаю как бы делать, конечно, это неправильно. Расцепи их. Смотри, а как они живут? Вот так. Или вообще вот так? Смотри, где светится белое такое, чтобы тебе заполнить? Может быть, вот. Понимаешь? Короче, тут пока это все не то вообще. Ну, просто очень вялые вещи. Ничего страшного. Думаешь, что это за один раз должно получиться? Это должно за год получиться, может быть. На самом деле, у этой штуки, как бы твоей, у нее есть момент неплохой. Просто он не сидит, понимаешь? Просто она не сидит. Ее нужно чуточку посадить. Просто сделай 10 этих композиций, ты поймешь, где. Понятное дело, ты правильно это сливаешь, потому что вот так вот закомпоновать гораздо сложнее, понимаешь? Потому что тебе уже о многих факторах придется думать, конкретно думать, понимаешь? Вот, однако, давай попробуй и крест закомпоновать, как у тебя есть, и закомпоновать, сейчас у тебя было вот так, да? И закомпоновать, то есть явно хочется его или сдвинуть, посмотри, видишь, он лучше садится. Потому что тут воздуха сейчас много. Или его разъединить. Короче, это вопрос вот так вот и туда еще. Понимаешь? Вот у него направление. Или промежуточное. Вот такое направление. Вот такое направление. Понимаешь? Или разъединяй. Пробуй
вот для этой штуки сдвоенной найти балансир в виде вот этой планки. Окей? Так. Нет, тут куча мала какая-то образовалась. Сейчас посмотрим еще. Вот эта планка, вот ее двигай. Вот эта штука хорошая, вот эти два этих чудика. Нормальные. Найди ей место. Посмотри, видишь? Вот она начинает работать. Или вот она, вот этот отклик, да, ее. У нее угол неверный. Понимаешь? Давай, ищи ей угол. Короче, пишу тебе вот это вот что. Да ёлка-палка. Вот эта фигня, вот и она и эти стейбл, пускай они остаются. Вот это и найди место. Вот. Так. Кто здесь лишний? Может быть, вот это длинное, смотри. Ты хочешь много сделать пересечений, но с ними надо научиться еще что-то делать, понимаешь? Попробуй сначала просто закомпоновать пятна, без пересечений, окей? Значит, здесь у нас герой вот этот вот. Эти стабильные чуваки, этот чувак не особо. Так, ну ладно, допустим, 10 вариантов. Вот эта штука означает 10 вариантов. Не сидит. Не сидит. Почему? Потому что белого много здесь, понимаешь? Белого много. Подумай. 10 вариантов. У тебя было вот так. Вот так. Не то, не сё. Какая-то вялая, рыхлая, дряблая вещь. Делай активные вещи. Зачем плодить старушатину какую-то? Давай. Смотри, Тём, значит, вот на этом курсе, в отличие от кампуса, где я щажу всех, я здесь не щажу, у меня нет такой цели. Понимаешь, да? Я говорю, как есть. То есть, если плохо, значит плохо. Потому что хуже нет, когда как бы, ты кому-то говоришь какую-то неправду. Зачем это сложное пятно? Не надо еще пока такие вещи делать. Давай их разбери на куски и попробуй закомпоновать три формы. Оставь эту форму, оставь ее. Остальные разбери и попробуй 20 композиций сделать. 20. На разобранная форма. Вот эта штука. Попробуй ее зафиксировать. Вот тебе анкор. Остальные двигай как угодно, где угодно, окей? Берешь потом мои эти штуки. Так, это вообще никуда. Это никуда. Но. Так. Да, тут, конечно, тоже. Да, смотри, ты хочешь какую-то сложноту сразу устраивать. Ну, сложнота – это процесс просто. Пока давай вот это вот зафиксируй. Давай сделаем так, смотри. Надеюсь, ты внимательно прослушаешь видео. Значит, вот этот вот чувак, это первое. Первое. Значит, он у нас стабилизирован. Двигаешь вот этот и вот этот. Эти move. Второе. Наоборот. 20 вариантов. Вот этому тесно. Вот эта штука должна быть не здесь. Вот это тоже величественные вещи. Конструкцию, то есть принцип сохрани, надо подвигать. Тут вот очень много место. Ой-о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 й. Зачем вся эта несоосность? Оставь вот эту, двигай эти. Так, это неплохая вещь. Тоже, конечно. Да. Ну дай ей какую-то разность-то. Ну, посмотри, вот она уже сейчас лучше.
разность какую-то. Да и вот эту вот какую-то штуку, чтобы она была чуточку пронзительная, ну пронзительность, ну не надо обыденность делать. Делаешь обыденность пока. Обыденность нахер. Так. Добивайся необычных вещей. Необычных вещей. Короче, надо переделать. Так. Как у тебя было? У тебя было так. Вот. Слиплось нафиг. Что это за форма? Зачем она нужна? И это никуда не годится. Сейчас. Да, ёлка-палка. Это вот не годится. Давай, переделываем. Вот это фикс. Это фикс. Вот эти двигаем туда-сюда. Находим им место. И эту тоже можешь туда-сюда. Но сохраняем ее угол. Окей? Так, тоже не внять то же самое. Не надо. Не надо. Не надо. Оставь. Вот так. Окей. Хорошо. Найди этой точки. Сколько ей? Сколько? Понимаешь, где эта штука стоит? Пока она принудительно здесь стоит, понимаешь, ее здесь место, оно очень-очень-очень одиозное. Понимаешь? 10 вариантов. О, матушка, ну посмотри, что ты делаешь. Ну вот зачем это надо все? Ты делаешь тучу перекрестий. Зачем? Подумай о белом лучше, закомпонуй. Не надо вот эти все чудеса делать. Окей? Это все не годится. 20 вариантов на эту тему. Сначала найди пятно хорошее. Так, вот это уже лучше. Это уже лучше, но не сидит. Смотри, само пятно неплохое. Вот это вот величественная хрень. Йо, вот эта штука лишняя. Посмотри. Ну, посмотри. Посмотри, она нафига? Перекрестие, разберись, сколько должно быть, чтобы было выразительно. Где сидит? Где сидит? Посмотри. Посмотри, вот. Видишь? Ну, лучше. Несоосность. Не надо делать много разных углов. Ты разберешься с углами. Пока делай один угол. Один угол. Понимаешь? У тебя сейчас один угол. Очень-очень хорошо. Давай так и оставим. Тебе просто нужно найти точку, позицию вот этой фигуры, не слепляя их. Потому что вот эти все отношения, ну, они очень-очень-очень активны сейчас. Ты так научишься делать. Все хорошо. Никаких, ну, это не rocket science абсолютно. Но пока это сделано не точно. Я борюсь с неточностью. Вот эта штука так. И вот это по отношению к этому не так. И вот это по отношению вот к этому тоже не так. Понимаешь? Сначала пятно. Разбери пятно. Потом займись посадкой в форму. Пересобери, если ты видишь, что воздух жрет. Сейчас воздух жрет. Эта штука маленькая. Продых маленький. Продых маленький. Если хочешь этот оставить, отлично. Отлично. Тогда сделай этот больше. Понимаешь? Он должен быть активней. Активней. Вот, выдвини его дальше. И разверни его чутка. Вот точно будет лучше. Да что такое? Можешь не касаться. Тут ты слепил, а тут ты не коснулся. Выдвини. Вот активные вещи. Так, я возвращаю, как у тебя было, чтобы ты понял, где ошибка. Окей? Не лепи эту форму, это плохо, так и надо делать. Так, тут то же самое, это все никуда, никуда. 20 вариантов. Нет, хорошо, давай 10. 10, да, а почему 10? С какой стати 10? 20? 20, Ждан 100 делал. Нормально, выжил, научился. Так, вот эти отношения, посмотри, вот это отношение, к этому много слишком отношений, много отношений. Попробуй, окей, хочешь отношения сделать? Ладно, окей, попробуй. Вот этого пятна много. Ну, не видишь ты, наверное. Пятна этого пока много. Не надо его так много.
Понимаешь? Вот уже свободней ситуация. Вот уже свободней. Хочешь, можешь делать неравные выгрызы. Это прикольно, это хорошо. Но надо знать, как бы где шутить, понимаешь? Окей. Эту штуку подвигать в плане вот этих вот всех вещей, вот этих вещей. Эти вещи тут, то есть сколько вот этого, какой угол. И вот эти штуки. Если, вот смотри, сейчас этой массы многовато, а эта штука короткая. Короче, 10 вариантов минимум. О, нет, это никуда не годится. Тут я уже про это раньше сказал, кстати. Вот эта штука, вот это вот сейчас, вот эта сложность и вот эта вот штука, они никак у них нет отношений, понимаешь? И эти отношения, они вот из-за этой штуки. Или даже вот из-за этой штуки, что вот это, видишь, вот только ты ее разобрал, ты можешь вот эту отогнать. Ты можешь ее отогнать, ты можешь ее вот так прицепить. Но она собрана сейчас так, чтобы жить в другом формате, понимаешь? Не в этом, в меньшем формате. Так, эта штука неплохая. Наконец-то эта штука неплохая. Но она не закомпонована в формате. Ищи, чтобы она сидела в формате. Прищурься, смотри, сколько вот тут вот много всего, много всего. Почему? Можно этот опустить и сдвинуть, и уже будет лучше. Посмотри. Вот эта штуковина слишком опустилась. Можно ее чуть приподнять, поддержать эту динамику. Понимаешь? Вот сидит лучше. Не знаю, понимаешь ты это или нет, но я думаю, что постепенно ты увидишь, что это вполне себе видимые вещи. Так, вот этого хозяйства тут, блин, много. Ну, ты понял, это надо... О, матушка, да зачем мотыгу ты делаешь? Так, сама конструкция, разбирайте конструкции, они не алё, просто. Смотри, значит, этот угол не точный, угол плохой. Эта штука короткая для таких решений, понимаешь? Хорошо, она может быть так. Тогда с этой штукой разберись. У нее, посмотри, у нее вот ситуация, посмотри, стало лучше. Видишь? Вот. И еще даже можно. Сейчас. Еще можно. Вот. Видишь? Тогда вот эту можно либо поднять, тогда изменится отношение, либо сдвинуть, оставить только краешек. Понимаешь? Сейчас обратно тебе все вернем. Дальше. Так, сколько там у тебя еще? Мамочка, я сегодня, наверное, это все не одолею. Ладно, ускоряемся. Эта штука красивая. Это хорошо. Значит, смотри, само пятно ок. Ок. Само пятно ок. Возможно, угол. Попробуй угол. Саму конструкцию оставь. Она не стопроцентная, 70%. 70%. Но так может быть. Можно их чуть-чуть разнести относительно этой. Вот эту и эту чуть разнести. Воздух, чтобы был поактивнее здесь. Где-то один воздух активнее делай. Вот. Потом подвигай в формате. Вот тут у тебя много вот этого хозяйства. Так. Вот эта палка неверно стоит. Найди ей место сначала. Так, вот эта штука ничего. Вот это за фига ты делаешь. Это такой тубзик там, понимаешь? Тубзик. Вот это касание одного типа, касание другого типа. Зачем? Оставь одно касание. Не надо два раза шутить. Угол здесь не очень. Подумай. Сама конструкция неплохая, это нюансы здесь. Смотри, вот тут это нюансы. Так, вот эта фигня, извини. Это не решение. И вот это вот, это вот, и вот это вот. То есть она сама как конструкция не айс совсем и не закомпонована. Ну, ищи решение. Вот это слишком активное пятно. Оно на себя очень сильно тянет. Вот этот вот отступ, вот эти вот отступы, они
некрасивые. Ищи решение. Так, эта штука, кажется, мы ее уже разбирали с тобой, очень похожую. Что там изменилось? Ничего принципиально не изменилось. Да, нет, чуть-чуть изменилось. А может быть и нет. А, стоп, подожди-ка. Мы уже с тобой это все посмотрели. Они же уже все... А, нет. Все-таки тут что-то какое-то у тебя есть телодвижение. Ага. Ну вот это, в принципе, наверное, так может быть. Может быть, вот эту чуть-чуть поворот, может быть. А, не, ну, сейчас, секундочку. Крути сам формат. Просто сделал и Shift-H, Shift-V, Shift-V, чтобы просто посмотреть, как она rotate. Чтобы просто ты посмотрел, как бы, может быть, знаешь, вот эта штука, или эта штука, или вот эта штука. Вот у нее может быть угол. Подумай, где, как бы, какой угол будет поточнее. Может быть, вот тут маловато воздуха, чуть-чуть ее сдвинь. И потом ее уже покрути в формате. Она, в принципе, сидит неплохо. Так, про это уже был разговор, повторять не буду. Мне кажется, что это такая же штуковина, она может быть чуть... Да нет, она такая же абсолютно. Ну, к ней просто вопросы насчет самой конструкции, я тебе уже озвучил. И насчет посадки в формат, она упала здесь. Зачем? Ох, топорище, топорище. Да? Что-то я не уверен по этому поводу совсем. Эта штука неплохая, как форма, окей, не сидит в формате. Подумай, вот эта штука, будь она большая, такие вот решения были бы ок, так не ок. Ну, в принципе, да, но вот эти опять вещи, короче, не сидит в формате. Думай, вот это вот расстояние к этому неточное. Думай, где эта штука. Вот эти анкор. Это замок, так выглядит. Короче, где эта штука сидит? Возможно, вопрос в угле. Ой, в угле вопрос. Да, но ты опять боишься. Боишься коснуться, боишься за такой величественный воздух. Но он не отработан, понимаешь? Он не отработан. Я тебе специально дал формы маленькие для такого воздуха. Попробуй спокойно ставить их. Не просто вот, понимаешь? Вот у тебя есть балансир. У тебя есть балансир. Видишь? Вот как это работает. Ты оставляешь эту штуку. Она сама по себе не точная. Она точнее вот такая, понимаешь? Вот. И потом эту штуку двигаешь. Где она? Щуришься, прищуриваешься и смотришь, где место. Делаешь 20 вариантов здесь. Так. 20 вариантов. Неплохая вещь. Этот момент надо подумать. Вот этот момент тоже. Либо уводи, либо ставь на угол. Не нужны полумеры. Точно так же, как и здесь. Вот это вот расстояние. Вот эта штука, наверное, длиннее чуть-чуть. Пускай поострее будет. Чуть-чуть вот этот вот угол. Чуть-чуть градус. Вот так вот. И потом ты увидишь. Ага. Тебе нужно вот эту диагональ высокую. Понимаешь? Чекануть ее. Помни, что здесь. То есть помни, а знай, что там есть силовые линии. Понимаешь? Они просто производные этого формата. Они никогда никуда не денутся. Они там всегда есть. Глаз их воспринимает. Тебе нужно компоновать на основе силовых линий. Не просто так. Так, на вылет. Не сидит в формате. Вот эта дыра лишняя. Уже тебе про это говорил раньше. Это, еще раз скажу. Сложная форма не живет в формате. Разбирай ее. Так, о, понимаешь, вот для такого формата еще ладно, вот для такого формата еще ладно, но для такого, увы, вот эта штука, любые замкнутые пространства очень сильно фонят, она прямо оттуда светится сильно. Так может быть, если у тебя есть масса, но у тебя массы нету, понимаешь? Попробуй эту штуку закомпоновать. Не разбирай ее,
штука хорошая, нормальная, вполне ок. Попробуй ее закомпоновать так, чтобы она не свистела. Она сейчас падает. У тебя же есть, вот как бы у тебя есть основа динамическая, вот этот вот вектор. И эти у тебя, эта штука разгонная. Ву, разгонная. Понимаешь? То есть эта штука противовес. Сколько она у тебя вот тут, сколько она у тебя вот тут, да, блин, стоит. Может, она вот такая, понимаешь? Тогда ты взял в подчинение формат, это хорошо. Или ты ее просто выдвинул вот так вот, понимаешь? Короче, с этой штукой разберись. Эта штука не точная. Сейчас. Да давай ты. Короче, вот эта штука не точная. Вот эта. С ней надо разобраться. Эту штуку оставь. И потом уже подвигай по композиции. Ясно? Так. Все.